Чуть-чуть поседаем, давление подскочило, целый день пролежало. Thank you.
тоже висит. Thank you.
Thank you.
5-1.
ну и что? Сейчас 1.6. Все, 1.6.
Greenwood. Yeah.
причем как бы не планировала вообще играть, потому что доктору вчера позвонили, по-видимому, не хватало народу. Ага. Я с работы отправила, я только что из отпуска. Поэтому как бы в один день пришлось согласиться на две игры. Ну, две игры в один день это много. Ну, мне кажется, нет, у меня силы. По моему параметру нормально. Просто нормально играть надо чаще, а то, что долго, так это нормально. Что вы меньше играете на своих кортах, когда разминаетесь? Не, мы мы три часа играем. Ну, так о чем я говорю? Поэтому, в принципе, две игры подряд можно играть. Два это железные. Просто когда нету этой самой вот тренировки, то, конечно, бесполезно. Хоть одну игру в день, хоть две. Вот замечательно играли. Вот мы когда играли с Галей, да, с Галей играла? Да, Галя, да. Ветер такой был, жуткое дело. Сейчас хорошо. А сейчас, да, поэтому, а сейчас хорошо было. Так, я разнесу, ты можешь идти. Да, спасибо. Трудно было сказать, как играть. Я бы первый за 6-3 выиграла, второй что-то тоже вела, потому что, как ты сказать, она под небо, ты глубоко играешь, она не видит. Под небо. Но она сама с неба хорошо пьет. У нее тоже, потому что вы бьете слез, у вас преимущество в сессии. Вот потому что вы взяли чуть-чуть чисто, пока еще попали вы не попали, а вы уже не ответили. Она так не играет. Потом она сказала, что она на асфальтовых кортах играет. Пока она к ней бежала, у ветра его уносило в сторону, поэтому как она играет. Но у нее первый удар хороший должен первый, хорошо, если мяч на ракетке, да, а когда ветром сдувает мяч, как он на ракетке держит, чтобы попасть в корт. Завтра не встать будет, а так все хорошо, сегодня замечательно. Галя молодец, она хорошо говорит, легенькая, она как бы все-таки как бы легкая, но вы играете лучше, мне кажется. Было, что когда я у нее первый сет выиграла и второй как бы повела, она так это собралась и не хотела мне проигрывать. Хотя я понимаю почему. Она боится вам проиграть, поэтому меня должна была выиграть. А я считаю, что за 500 рублей получила нас удовольствие. Ну, метро международное одна, а вторая на Дунайском. Сделай.
что случилось-то? Три, что ли? А? Что случилось? Беременная. О, вообще тоже лежала, это нормально. Да, все? Ну, сохранили. Первый ребенок? Нет, второй. А уже второго? Второму, первому 7 лет. А, ну, нормально. 7 лет не было детей. Меньше стрессов. Идеальная разница. Я считала, что когда своими занималась, идеальная разница между первым и вторым, и от 3 до 6 лет. 3 года это восстановление матери после первых родов, а 6 лет, чтобы они еще друзьями могли быть. Когда уже больше разница большая, там уже происходит. Нет, тут девочка, она родится девочка, а первый мальчик. А первый мальчик. Ну, да. Как бы, ну, так. Ну, мальчик тогда будет старшим, хорошо. Старшим, будет, да, будет защищать. Это, знаешь, если ты скажешь, что у меня подруга. Друзьями не будут, а? С друзьями. Главное, чтобы у меня подружка, у нее старший брат, который она очень любила, уважала, но он ее так вот погубил. В каком плане? Он все равно не сидел, посмеивался. И она вот, сказать, белочка, росла без вершинки. Она влюблялась в его друзей. Потому что как бы у нее такая проблема была. Потом она как-то, после того, что он ее, она, он пользовался таким бешеным авторитетом, что она своего мнения не имела. Как-то так, долго она вот, столько лет мы с ней, вместе лучше в школе не вместе учили. Брат и брат, да, старший брат. Да, старший брат, что она его любила, уважала, но все всегда влюблялась в его друзей. Большая разница, 7 лет разница. Ну, у них поменьше разница была. Ну, в институте, когда учились, мы вместе учились в институте учились, так, там тоже же были разные возрасты. Ну, в общем, страшное дело, старший брат. А у другой моей приятельницы старший брат на 14 лет старше. Так она его, они его еще родители.